Дагестанец спас при пожаре 5 человек, в том числе 3 детей. Возгорание произошло в цокольном этаже многоквартирного дома в Кизилюрте. Густой дым и пламя огня заметил мимо проходящий сотрудник Росгвардии Муса Салимгериев. Он, незамедлительно забежав на первый этаж жилого здания, постучался в дверь квартиры и сообщил жильцам о возгорании в подвальном помещении. Забежал внутрь, спросил у них вход в подвал откуда. Они сказали, что из квартиры. Открыл подвал. Взял маску, намочил и по лестнице спустился в подвал и попросил, чтобы они приносили мне ведра воды. Вот. Сошел, начал уже там снутри тушить, чтобы попросил, чтобы вызвал пожарную часть. И крикнул тоже супруги, видимо, они растерялись тоже. И вот. Сейчас снутри тушить, отделять горящие вещи и по отдельности на полу была лужа, уже намокал, пошел и вот так. Минут 20 провел там внутри, вышел. Открывает он крышку подвала, и оттуда такой дым, такие клубы, вонь невозможная. Я говорю, что случилось, неужели проводка электрическая? Ну, так не может быть. Вот. И он говорит, не надо свет зажигать в подвале. Он спустился по лестнице вниз, а потом сразу выскочил оттуда, потому что там без маски невозможно. Я говорю, я маску одену, одел маску и зашел. Я говорю, мы зайдем, мы. Он нас не пустил, дочь моя была и я. Счастье, что не горем начался этот Новый год. Огромное спасибо Мусе. Дай Аллах, чтобы он всегда радовался жизни, чтобы люди радовались тому, что он рядом, есть такой человек. –